Безработица в Испании опустилась до минимального уровня за 4 года. Впервые с 2011-го работу в четвертой экономике еврозоны ищут менее 5 миллионов человек. Это по-прежнему пятая часть трудоспособного населения страны, но по сравнению с пиком кризиса ситуация явно улучшается. С июля по сентябрь безработица снизилась до 21%. Когда премьер-министр Мариано Рахой пришел к власти 4 года назад, показатель приближался к 23%, а впоследствии достиг и 27%. Политики рассматривают цифры в свете декабрьских выборов в парламент. «Данные очень хорошие», — заявил Рахой. «Но еще важнее то, что увеличивается скорость сокращения. Если во время следующего срока правления мы все сделаем правильно, в ближайшие 4 года в Испании будет создаваться по 500 тысяч рабочих мест ежегодно. И сегодняшние цифры позволяют нам говорить, что это более чем возможно». Эксперты призывают обратить внимание не на количество рабочих мест, а на их качество. Третий квартал – летние месяцы туристического сезона, когда появляется много временных рабочих мест в сфере услуг. Кроме того, уровень занятости населения за 4 года практически не изменился.